Этот конкурс проходит не в первый год и уже стал традицией. Участвуют в нем школьники всех районов Сочи. В Центральном набралось 15 команд по 4 человека в каждой. Возраст участников до 13 лет. Обучить детей правилам дорожного движения и привлечь их внимание к безопасности на дорогах в игровой форме получается легче. На конкурсе ребятам предстояло проверить свои знания дорожных знаков, основных правил и продемонстрировать грамотное вождение на велосипеде. Этот конкурс мне понравился. Результат, нормальный должен быть. Я езжу на велосипеде с садика. Мне это очень нравится. Сегодня мы проводим районный конкурс-фестиваль «Юный инспектор движения», целями которого является профилактика детского дорожного транспорта травматизма, воспитание у детей здорового образа жизни, а также воспитание граждан, которые будут законопослушными участниками дорожного движения. В четверг этап конкурса «Безопасное колесо» пройдет в Хостинском районе. Все победители первого этапа пройдут в финал, который состоится в мае. Там и выяснится, команда какой школы лучшая в знании правил дорожного движения и безопасности на дорогах.